Большой лайфхак. Как можно исправить микротрещинку, вот, о которых я говорил в предыдущих видео, которая образуется вдоль радиальных волокон. Вот здесь в торце при торцевании заготовки обнаружили трещину. Как сделать так, чтобы она минимизировалась? Для этого есть суперклей, который содержит цианакрилат. Это вещество заполняет хорошая текучесть у него, хорошо заполняет трещинки. И немного сжав струбцинами, мы эту трещинку схватим. И она будет уже не страшна. Надо понимать, что остаются следы, надо каким-то образом представлять, что их придется либо заделать, либо скрыть, ну, либо как-то прошлифовать, они шлифуются. Все, ждем, пока заполнит клей полости, выйдет воздух, вот немножко пузырится. Вот глазом, допустим, по кромке не было видно, что трещинка продолжается, но клей проходит через трещинку и выходит здесь. Потом мы берем струбцинку, оставляем на несколько минут в сжатом состоянии, и там вот клей еще немножко выдавился. Все, теперь эта трещинка будет складываться. Всем удачи!